В Сирии подходит к концу трехдневное прекращение огня, объявленное на время праздника, завершающего священный месяц Рамадан. Еще до окончания перемирия стороны вновь начали обвинять друг друга в его нарушении. Так, в результате обстрела или авиаудара в городе Даркуш под Идлибом погибли 22 человека, включая ребенка. Этот район контролирует фронт Ан-Нусра. С другой стороны, в результате нападений на подконтрольные правительственным войскам района Алеппо погибли 18 человек, ранены более 120. По данным ООН, в восточной части Алеппо остаются блокированными около 300 тысяч человек, отрезанных ото всякого снабжения и гуманитарной помощи. Как раз в последние дни в этом районе заметно активизировались боевые действия. Правительственные войска доложили, что практически замкнули окружение города и полностью простреливают городской район Кастелла и последнюю дорогу, по которой проходило снабжение для боевиков ИГ и других группировок. На этом фоне президент Сирии Башар Асад с семьей посетили Хомс, где расположен госпиталь для раненых сирийских солдат.